Привет, сегодня у нас будет самый лучший обзор на шоколадку «Моя любимая Аленка». Это самый вкусный шоколад в мире. Это белорусский молочный шоколад. Давайте распакуем его и посмотрим. Вот так они выглядят, такие дольки шоколада. Сейчас посмотрим, что там внутри лежит. Ну, понятно, что шоколад. Сейчас фокусируется камера. Ну, она не фокусируется, как назло. Ну, вот я уже кусочек попробовал. Вкус довольно-таки неплохой. Сейчас я еще раз попробую. Ну, ставлю где-то оценку 7,5. Так, переходим к ноге. Так, сейчас мы ее распакуем. Попробуем ногу. Нет, я распаковал. Отламываем небольшой кусочек. Вот такой примерно. И пробуем. Ну. Как сказать? Ну, нормально. Ну, я ставлю где-то оценку 8, потому что для меня она какая-то слишком сладкая. А сейчас у нас турецкие сладости будем пробовать. Вот они. Так, сейчас мы их распакуем. И сразу пробуем вот такой вот кусочек. В кокосовой стружке, что ли? Наверное, да. Сейчас пробуем. Распробовал этот кусочек. У меня, ну, он чуть-чуть такой горьковатый. По-моему, по составу он как будто с гранатом должен быть. Так, теперь пробуем такой желтенький. Тоже в кокосовой стружке. Так, я попробовал этот банановый... что это? Банановый турецкая сладость. Банановая. Вот, и мне обратно же она показалась слишком сладкой. Но, в принципе, кому нравится банан, должен, в принципе, понравиться и эта штука. Так что все. На этом мы закончим. Теперь смотрим. У нас есть еще вот такая вот баночка со всякими интересными конфетами. Ну, не конфетами, тут не только конфеты. Тут есть и мармелад, видимо. Так, и цукатами, такими разноцветными. Так, в общем, открываем. Открыли. Теперь у нас есть такая тарелка. Пересыпаем аккуратно. Так, сначала попробуем цукаты. Ну, нормально. Так, теперь пробуем вот эту штуку. Ты не знаешь, что у тебя мармелад какой-то. Со вкусом как будто какой-то ягоды. Так, теперь попробуем вот эту вот штучку. Ну, это какой-то внутри орех. Короче, это орех в шоколаде. Довольно-таки неплохо. Вкусно. Теперь пробуем такую вот конфету. Внутри, по-моему, тоже какой-то цукат, если не ошибаюсь. Цукат, по идее. Ну и, наконец-то, пробуем вот такую штучку. И... она очень твердая. На вкус как? Не знаю, что. Мел. Вот он, мел. Такое странное штука. Слишком сладкое. До свидания, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.